Симпатично. Дальше. И хотелось бы дальше продолжить общаться. Но уже только не так отдаленно, как это было. Завтра ты поменяешь свою симпатию, я так понимаю, да? Почему? Да. Если ты... Идем по кругу. Адриан, тебе реально есть построить, возможность построить офигенные отношения с Катей. Вот честно. Ну а ты почему ломаешься? Я история не про тебя, Илюх. Почему? Ну, это... Потому что, во-первых, мне нужен...